Ты просто запомни, Трич ТВ, ты обычный видеосос. Все. Ты не мужчина, ты не блогер, ты видеосос. Все. Я не мужчина. Я не мужчина. Я женщина. Я женщина. Вот такой, короче. Я жена Пасхи Рамзеса. Вот, да. У кого есть там разные выпуски, там, за тот год, там, новогодний, за прошлые годы, пожалуйста, пишите, будем, я буду рад с вами обсудить моменты все из журнала, там, да, все разные аспекты, сказать. Так, а что за помадка, хоть попробуй, она увлажняющая или что? Сейчас я попробую. Сейчас я попробую помадку. Что за бред? А, это колпачок. Помадка-то не настоящая, пасеки. Помадка-то пластмассовая. Вов, это правда? Ух ты! Круто! Ты понял? Тут нажимаешь кнопку, там разные картинки листаются, типа я фоткаю, ля, сука. Я насрал на бур рыбака. Это я, да. Ты не бухой? Это я, 100%, смотри. Качай из тебя. Это я. Сейчас найдет, найдет сейчас. Насрал. Нет, сам, Жень, сейчас ставь. Ты что, тебе жалко, что ли, блин? Смотри. Он сейчас сам бы взял. Да. Смотри, смотри. Видите, смотри. Смотри, смотри. Видно? Это я. Он не бешеный, блин? Смотри, смотри. А ты еще пасы на мой этот, блин. Смотри. Вот урод, а! Пошел отсюда! Смотри, смотри. Женись, вот все ты, блин! Насрал. Отдай ему рыбу, он срет, блин! Насрал. Ты охерел! Насрал. Куда поешь, э? Насрал, сука. Я обосрал их рыболовные принадлежности. Все обосрал, рыбака насрал. 140 км в час, жесть. Димас Ильхан, ты там распиликал. А смотри, прикол. А? Сам ты. Смотри, смотри. Папуас. Смотри. Блять, мама! Да ладно, ты что, дурак? Блять, я умер. Хочу сказать еще, значит, по поводу Трич ТВ. Это пидор редкостный. Это мразь интернета. Это, знаешь кто? Это желтая пресса, да. Это видеосос обычный. Это видеосос и не более. Знаешь почему? Потому что это, сука, ты просто запомни, Трич ТВ. Ты обычный видеосос, все. Ты не мужчина, ты не блогер, ты видеосос, все. Я тебе еще раз повторю. То, что ты, сука, делаешь, как говорится, ну, вырезаешь из трансляции, воруешь. Я тебе сказал, если ты бы вырезал те моменты, где я доминирую. Закажи пиццу. А, хочу научиться играть на гитаре. Скоро пойду на пробное занятие. Уже знаю пару аккордов, что нужно изучать поначалу, какие основы и т.д. Еще интересно, как ты учился играть и сколько уже играешь? Он думает. Подожди, я не думаю, я знаю, что ответить. Сейчас я тебе отвечу все. Давай быстрее. Не надо торопить меня, вопрос серьезный. Что, Дубадуб? Все, да, донатился, да. Вставай, да, на тебя 150 возвращаю. Вставай, Дубадуб, не плачь. Ну а кто тебе виноват? Хотел позлить меня, пожалуйста, позлил. Вставай давай, да тебе 150. А? Я смотрю тебя, а мои друзья смотрят этого, в Попича. Мы спорим, кто лучше, но сходимся в том, что ты так не тупишь, как он. И в Попичу не верит никто, что он настолько ебанутый. А ты классный в это верится. Чего? Это бред какой-то. Папич — это моя тень. Это даже не воин, это тень моя. Папич — это мой проект, если ты не знал. Яэн, мягкий знак, люблю смотреть твои стримы. Спасибо тебе. Но еще больше я люблю смотреть нарезки твоих затупов и попусков на канале Трич ТВ. Не понимаю, кто затупил. Давай, давай, сука, подхватку, блядь. Сила. Ай, пена, блядь. Могила.
Трич сила. Пенсию могила. Трич сил. Ты что, сука, дебил или что? Это брат, сука, я что, не Конор Мак Чикенс? Бертольд, я вам пишу в ВКонтакте, но вы не отвечаете. Пена! А? Ты чё? Вставай! На! Это тебе! Да за что это? Это за то, что Пена, я тебя ударил. Пена, вот тебе на пиццу. Это за сколько ты осмелишься дать в пизду? Да ладно, да какая фанта? Какая фанта? Фанты больше нету! Нет, фанты не привозят! Всё! Да не! У меня свои особые связи. Все для тебя. Импортозамещение полным ходом. На! Да нет, это же у тебя не фанта, это факта. Нет, это настоящая фанта, именно та самая. Да ладно. Да, попробуй. Ай, бля! Отклись! Уже и рад, что есть. Асу. Что такое? Привет, пока, Нана. Че, давай? Ты еще сопротивляешься? Пацаны, меня бьют, масаны, помогите, меня бьют, зареза. Помогите, полицейский, он меня бьет, задрачивает, сука. Помогите, козел, да, в тюрьму его. Эй, вы, а ну, блин, да, это он. Хотел убить человека на улице, зареза, тут тварь. А? Сегодня в Ламоде, как говорится, ну... Есть что посмотреть. Так, мужское что-то есть или как обычно только для женщин? Тебе пойдет. Да ладно там. Извини, пожалуйста, я просто начал, ну, мне надо припарковаться, а ты там ходишь, типа, понял, ну, ничего личного, просто место мое. Ты как вообще поживаешь в целом, целиком? Как у тебя дела? Ну, нормально что-то. Как у тебя дела? Скажи мне честно только. Честно. Нормально все. У тебя как дела? Как твои дела? У меня как дела? Да, у тебя как дела? Как твои дела? Нормально все твои дела? В целом. У меня нормально все. У тебя как? Как у тебя? У меня все нормально, если честно. Только ты мне честно скажи, у тебя все нормально? По-хорошему скажи. Нормально у тебя дела или не нормально? Жесть. И поскольку... Ну, я просто не понимаю, по лицу как будто у тебя что-то случилось. У тебя все нормально вообще в целом? Как дела твои? Нормально, братишка, как у тебя дела? Нормально пойдет. Все пойдет потихонечку. Кажется, пойдет. Нормально дела. Как у тебя дела? Ладно, как дела? Увидимся наверху. Ладно, давай. Нормально все у тебя? Ничего, нормально, у вас как? Как Маш? У меня ничего пойдет. Я понял, ладно, все нормально. Все, хватит, как ты у него? Вы прямо как школьники, честное слово. Что за, блядь, диалоги дебильные? Они что, не могут нормально пообщаться? Купил себе это новое вот тут с календарем, понял, да? На стенку повешу, чтобы знать, когда, какие числа, понял, да? Вот. Вот такой вот журнал у меня, короче, да. Новинка, сука, 550 рублей. Ну, это за то, что там фотик в комплекте. Да, ну, фотик реально маска. Еще губная помада, но она пластмассовая. Я думал, настоящая, понял, хотел накраситься. Вот, она это... пластмассовая. Дай уже мадерку Оле Комиссаровой. Или Карипсе. На твое усмотрение дело. Да ладно, а не... спасибо, это мне на котел, блин. Дай мойше мадерку, сука, как всегда ботов накрутили бабе, голосовали одни женщины на стриме за Кондрашеву, эту божию, она же слабая. Это новый котел, сука, новый котел, блядь, новенький котел, 12 киловатт, электрокотел, с регулировкой температуры, с термодатчиками, Сейчас. Секундочку, ту-ту-ту-ту. Да.
таки выловил. Заказы, заказы. Заказы, да. Давай, вот пацану Мадеру, сука, я тебе задонатил до 20к. Да, на 20-ку. На 20-ку можно заказать себе. Люблю, 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 люблю. Давай на 20-ку, да, да, давай, 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 целую, целую. Мама, это было, бля, два мама, это, бля, двоих его. Давай целуем. Да, ну да, ну да, бодерка, да, бодерки продал, прикинь, бодерки за 20-ку. Давай целуем. Так, ребят, я отходил, блин, санузел. Что там, все нормально? Чара решил, у меня денег не хватит, я же не Рэй-Бан твой. Блядь, у меня нормальный, да, белин, давай на дырку мыши заебали, уже все поправили. Привет, Алишер, привет, брат. Это мой Моренштерн, да. Это Моренштерн, он сейчас в чате даже был, он сейчас вышел с чата. Моренштерн, Алишер, да, это он был. Это вот это он, да, напит. Так, ладно, ребят, все. Вот это тоже не считается, а то сейчас начнется кишмиш интернетный. Что за бред? Это бан пациентам сразу, бан. Это бред. Да, да, да. Считается, ням-ням-ням-ням-ням, да, это считается, ням-ням, мне 15, а я хочу зомбу, а ням-ням, а хочешь зомбу, а давайте попущу зомбу, ням-ням-ням, попуск, каблук 0, портфель 5, ням-ням-ням-ням-ням-ням. Пена, а? Выпускай покемона. Пика, 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 чу. Дед, а мой папа говорит, что женатые люди склонны и надо хранить верность. И я думаю, он прав. Кстати, его фамилия Путин. О-о-о! А так у него ж две жены, кстати. Осуждаю. Я тоже верен всем своим 10 женам. Асус. Ладно, ребят, всем покашки. Все, пока-пока. Спасибо за донатики. Никита Юриста давно нет на стримах. Появлялся он только через голосовые донаты, которые я выкладывал на канал.